И всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ, и сегодня я снимаю распаковку вот такого домика, в котором живет или кошечка, или собачка. В коллекции всего 12 фигурок вот таких вот. Вот тут написано «Мои любимые питомцы». И кто в домике живет? Давайте узнаем, кто же там живет. Ой, здесь такой живет красивый песик. Так, это какой-то спаленка. А, нет, это, наверное, вот сюда вот так вот вставляется. Ой. Да, это вот так вот вроде вставляется как-то сейчас. Сейчас ставим. Вот, все вставилось. Это, наверное, домик для вот этого милого песика. Вот его, наверное, так вот надо поставить. И этого песика, далматинца, зовут Стив. Это у нас мальчик. Порода далматинец. Вот, тут его как паспорт такой. О, как все интересно. Здесь надо написать все. Кто его владелец, адрес, день рождения и увлечение. И имя питомца. Так, вот тут вся коллекция. А это, наверное, вот сюда вот так вот одевается. Можно на портфель повесить или на сумочку. Так, вот вся коллекция. И вот продолжение. Такие красивые питомцы. И нам попался вот такой веселый песик. И тут еще вот такие, как конфетки нам попались. Вот такие конфетки в виде косточек. И всем пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!